Всем добрый день, я уже приехала с Волгограда, что-то нет ни минутки. Вот сейчас быстренько зайду в фикс-прайс. Посмотрю кое-что. Так, вот колготки. А, ну это 40D. Это очень-очень-очень толстые уже колготочки. Так. Что здесь из новинок? Для косметики. Ну, это мне очень маленькие. Очень маленькие. Так, мне нужны влажные полотенца. А их нет. Так, ну тогда мы с вами возьмем клин. И я возьму, как обычно, вот эти неплохие по 77, они немножечко побольше, но они получше. Так, что здесь еще интересненько? Силиконовые появились, скалочки побольше, появились. Конфетки, печеньки нам не нужны. Я сейчас возьму свои батончики. У нас, ребята, какая-то песчаная буря. Все вихрит. Все. Ветер ужасный. Невозможный. Прям что-то надвигается. Такое, как прям песок. Везде. Смотрите. Ну, так, наверное, камера не передаст. Что надвигается, непонятно. Так. Сейчас я еду в офис, надо покушать. Заехали в бульон. Купили маме рыбки, там овощей. Сестра у меня на посту. Ей ничего нельзя. У нее сегодня вода и хлеб. Вода и хлеб. Молодец она. А я маме купила рыбки. Хлебцов она просила. Завезли. Девчонок отвезла. Забрала, перевезла. Сейчас ездила навстречу к Татьяне. Встретилась. И все. Вот весь день. Время 4 часа. Но у меня... Я сейчас еду в офис. И у меня встреча в 6 часов с людьми. Сейчас покажу вам, что буду обедать. Взяла гречку. Взяла салатик там какой-то красненький с капустой, наверное. В общем, вот так. День продолжается. Еду дальше. Хорошего всем дня. Так, я пришла уже в офис. Вот у меня на обед гречка, салатик. И вот таким соусом я сейчас залью гречку. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Я уже провела встречу в офисе. Неугомонная же. Неугомонная. Поехала. Мне нужен, в общем, ежедневник. На каждый день. Ну, такой маленький. Время 7 часов. Я же поехала. Вот купила в офис Маги. Вот такой маленький. Потому что с телефоном все это, знаете, не могу. Еще я люблю очень, знаете, какие ручки. Вот такие. Они Global. Раньше я всегда пользовалась вот такими ручками. Я люблю очень тонкий длинный стержень. Вот в офис взяла себе. Вот от ручек зависит почерк. Всегда так. Когда удобно писать ручкой, и почерк совсем такой. Абсолютно. Ну, в общем, я довольна. Маленький, что я хотела. Кожаный. Износоустойчивая обложка. Это не кожа.
кстати, пахнет кожей. Формат А6. Пойдет то, что нужно мне. Все, выдвигаюсь домой. Сейчас буду разбирать полку. Готовить мне не надо. Поэтому ляпота. Поехали. Так, дорогие мои, я уже дома. Сейчас я хочу разобраться вот здесь у себя в крупах. Все выкинуть. Но верхняя полочка у нас это для пасхального стола. Там я ничего трогать не буду. Вот это сейчас все разберу. Все повыкидываю, что нужно, оставлю и покажу вам. Ну, в общем, смотрите. Понасмешала все, которые были в остатке макароны разных фирм. Взяла все, сложила сюда, потому что, ну куда? Там чуть-чуть, вот такие барилла, всякие вот такие вот итальянские, которые у меня были. Все понасмешала, положила. В баночки для сыпучих. Так, что у меня осталось? У меня остались вот такие две неоткрытые макароны. Потом вот такие спиральки. Все, я по распродаже брала в этом. Кускус новый. Еще у меня есть киноа. Киноа вот чуть-чуть. Так, это фунчоза одна осталась. Это будет можно использовать. Ну и это горчица. Мама сама затирает горчицу у меня. Это домашняя лапша на супчик. Так, дальше. Здесь у меня мука рисовая. Мука овсяная пригодится. Так. Вот еще остались фарфале. Захарик любит у нас. Ну, зубочистки я сюда положу, наверное. Зубочистки. Новые сухари панировочные. Ну, это сахар, на всякий случай. Сухари панировочные в церковь положу. Вот такой пакет уже почти озоновский. Набрала половину. Что, завтра церковь отвезу? Сейчас. Так, вот у меня еще есть рисовой муки немножечко, но я ее использую. Использую обязательно. Так. Новый шиповник надо заварить. А это для муки. Муки сейчас нет у меня. Просто пока поставлю. Так, с этой полкой закончено. Сейчас я буду делать другую полку, где у меня лежат всякие вкусняшки, печеньки там. Все сейчас соберу, все отдадим. Потому что нужно исключать это. Однозначно. Это коричневый сахар. Сюда. Все эти штучки. Брючки. Сейчас все отдадим. Абрикос пошел на интропан. Сто лет. Тоже отдадим. Так, это мне не надо. Сейчас я все сюда сложу. Вот. Это кусочек. Протеиновая шоколада. У меня как раз сегодня не было перекуса батончика. Так что одну дольку можно. Так, вот это отдам. Вот это отдам. Ну, в общем, занимаюсь. Все, сладости все перебрала. Теперь хочу отдать вот эти... Вот эту мою рубашку. Уже все, вид такой. Застиранный. Вот эту, которую я носила. Тоже отдам. Потому что я их носить не буду. Вот эта кофточка у меня была столько долго, я ее носила. Она очень хорошего, такого удачного фасона. Ну, все уже прям видно катушки. И вот эта рубашка. Здесь уже поотваливались вот эти. Видите? Уже все. Сейчас сложу в пакетик и положу. Большой пакет для церкви. И сделаем с вами доброе дело.
откуда, где же меня прицепилась. Вот так прошел сегодня мой день. Время уже у нас 9 час. Надо мне уже закидывать стирку. В общем, дела домашние только начинаются. Но сделала большое дело. Перебрала все шкафы, все сладости. Все. Убрала. Отдадим. Детки чьи-то покушают с удовольствием. А я буду от этого счастлива. Всех люблю, всех целую. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Я рада каждому из вас. Завтра будет новый день и новое видео. Завтра у меня ТО. Мы едем с вами в салон. Поэтому, завтра у меня еще утром дела в Волгограде, тоже в банке. Поэтому завтра день вот так тоже сильно-сильно расписан. До завтра, до новых видео.